Приветствую всех любителей рыбалки. Начало октября приносит какие-то странные морозы. Не начало, правда, а уже середина, но все равно это как-то феноменально для нас. Снега на улице нет, но с утра сегодня аж чуть не 15 градусов. На данный момент маленько потеплее стало, но все-таки. И, естественно, у меня сейчас два выходных, и я буду пробовать ловить рыбу со льда. Но сегодня у меня задача попробовать зайти на лед, а завтра я попробую уже съездить на водоемы, где можно порыбачить, если сегодня зайду на лед. Завтра, естественно, буду пробовать ловить. Ну и сегодня попробую ловить, если зайду. Но задача у меня сегодня просто проверка льда. Сейчас покажу вам, действительно, сегодня довольно холодно. Это уже не первый день далеко. Ну вот на солнце вышел градусник уже, минус 11 градусов. Видите, что далеко не жара. Сейчас соберу велосипед, снегу нет на улице. Поедем на велосипеде в наши родные места. За одно мгновение для вас я уже добираюсь, можно сказать, за несколько километров от города. И нахожусь уже близ реки. Специально начинаю так снимать. Реку пока не показываю первоначально. Согласитесь, на первый взгляд кажется, что на улице, ну, градусов, пожалуй, где-нибудь так плюс 15. Травка еще такая зелененькая. В лесу довольно все хорошо. Но если мы камеру переводим на реку, то становится понятно, что на улице далеко не плюсовая температура, и река почти встала уже. Места, где нет течения, вот там дальше идет протока, и она полностью перемерзла. Так что, думаю, на озерах обстоятельства стоят совсем по-другому, и на лед мы выберемся легко и непринужденно. Ехав на велосипеде, постоянно отвлекаюсь. Вот так вот голова, все интересно, все везде посмотреть. Необычайная красота, которая быстро сейчас изменится, все снегом занесет, река встанет. Не успеваю насмотреться на все это. На велосипеде, пока ехал, несколько раз чуть не упал. Решил прогуляться пешочком, все-таки пока я пешком помедленнее, и поразглядеть всю эту красоту можно. Так, коротко о главном, куда я сегодня добираюсь. Первоначально хочу дойти до Девятовской столицы, где она вытекает, эта столичка у нас, в реку Лузу. Не знаю, там в этом году воды мало, но попробовать можно. Если зайду, то попробовать порыбачить можно. Если ничего не получится, то буду выбираться до Слободы, схожу, там попробую зайти на лед. Ну, как я сказал, сегодня сильно не рассчитывал половить рыбу. Планов просто хотя бы попытаться зайти на лед. Но если получится все у меня, то, естественно, половлю. Так что не будем терять времени, зря времени довольно много. Около 10 часов дня уже надо добираться до водоема. Все ближе и ближе к Девятовской столице. Ну что-то мне вот, если честно, думаю, что рановато я туда иду. Там потому что есть течение. И навряд ли я смогу туда выйти. Но при любом случае, если я туда не смогу выйти, я думаю, что на озеро-то, в настоящей-то воде по-любому можно соскочить. Так что хочу встать на лед обоими ногами. Не в луже, а в большом водоеме, где водится рыба. Надеюсь, это у меня сегодня получится. Да, получается, зря я сюда шел. Вот этот маленький водоемчик есть, то место, куда я хотел прийти порыбачить. На первый взгляд кажется, что человек тут лучше может быть, но я вам отвечаю, что здесь рыба водится. И некоторые уловы, где при мне были выловлены, я таких не видал, сколько здесь рыбы ловят. Вот там она вытекает в реку Лузу. Это столица. И рыба вот заходит сюда. Здесь течение, вот туда она идет, столица вытекает. И вот из-за этого течения плохо промерзла еще она. Ладно, пойдем до Слободы, до озера. Там-то я по-любому, мне кажется, заскочу на лед. Дорога, блядь, какая. На каком-то везде ходит.
встретил знакомых рыбачуль тут. Тоже идут на озеро, на слободу, так что вместе могут ловить. Вместе хоть и страшно, если провалишься. Один пробовал, который продавливал лунку. Ребятка толстый. И по разговорам еще понятно, что люди рыбачили вчера на Шулепове, были в других озерах. Так что вот как-то так. Сегодня попробуем здесь половить. Просто, так сказать, разомнемся. А завтра уже будем пробовать выбираться на какое-нибудь конкретное озеро, где побольше рыбы. Вот кому-нибудь позвоню, довезут, вот на рыбалку. А если не получится, сейчас снега нет, на велосипеде можно умчаться хоть куда. Уже планы такие в голове возникают, что до Круглого ехать. Там далековато, конечно, километров 20 от дома, но оно того бывает стоит. Видно будет. Сегодня посмотрим, как день пройдет. С мужичочками прогуляемся. Пока вот идем, любуемся красотами местными. Я чуть не бегом забегает. Я прошлый год заходил, а чуть не по-пластунски заболтал. Во-первых, уйду сюда. Вот они первые шаги по льду. Сначала стои, заходи на лед. Он бегал там на 8 минут. Да, путь ее проколоть. Жук! Там два их, они спариваются, походу. Первый раз такой лед вижу прозрачный. Как будто дотянуться можно на него пальцем. Еще не понимаю, что происходит. Здравствуйте. Попробовал сделать первую лунку. Лед толстенный, не хрустить даже, но прозрачный. Ходить так неприятно, смотришь под ногами, что происходит. Ладно, сделаем луночку. Неприятное мгновение, когда все хрустит. Что, так и не видал поклевок-то? Я пошел тоже до 8-го, дойду, а то домой поеду тихонько. А, давай. Удачи. Так что ж, тут маленькая неудачка. Ну как неудачка? На лёд вступил, это уже удача.
По сути, сегодня на это только рассчитывал. Рыба тут не клюнула никакая. Володя тоже вон сидит, Бобырев, пробую отловить. Тоже к тому сейчас пойду. Один из наших рыбачков, который с нами тут пришел, был на восьмом протоке реки, который я сегодня показывал уже. Он говорит, что там видел стайки ельца и подъязки ходили неплохие. Так что вот, он туда убежал сейчас. Я туда же отправляюсь. Все равно мне по сторону дома, по туда идти. И так сказать, заодно попробую что-нибудь поймать. Сюда шапку потерял. Вот сейчас дойдем до туда. Попробуем закинуть удочку там. Ну а завтра уже будем планы строить такие, чтобы поймать рыбу, а не просто погулять по льду. Ну где-нибудь вот здесь сейчас попробуем половить рыбу. Мужичок тут ходит, вон видно. Только что ушел туда дальше. Но здесь уже не так безопасно, как кажется на первый взгляд. Здесь поопаснее ходить, чем было это раньше в озере. Не, ничего, здесь ходить можно легко, ничего страшного нет. Ну тоже местами лучше пробовать продалбивать лунки, потому что ключи бьют здесь на местах. Тоже можно нарваться на неприятности. На мелеке видно мелочи плавают. Ерши или пискари или непонятно. Так, было несколько лунок, сейчас будем пробовать облавливать. Здесь летом купался, с Андрюхой Суховым еще сюда ездили купаться. Глубина здесь хорошая, вот этого берега. Это в стране мельче. Сегодня с тобой только червяки. Мотыля еще не завезли в магазины. Да и опарышного сейчас нет. Червяки накопаны были еще. Надеялся с налимом поймать что-то с тех пор. Ну что, червяка насаживаем. Ищем глубину. Но... если рыба есть, мне кажется, нет. Главное, если рыба тихо, потому что рыба шугает сейчас под водой-то. Не только мы ее видим, но и она нас. Течения вроде нету, из протока она пересохла полностью. Мы вот ее нашли, сейчас будем пробовать ловить. Три лунки сделал вдоль берега. Попадется, то хорошо, не попадется, то если я первый раз в этом месте. Все эти веточки находятся уже под водой. Льдом. Ну что ж, рыбки мне сегодня так и не суждено было поймать. Но меня этот факт нисколько не расстраивает, ведь это только открытие сезона. И идя сюда, я был еще не уверен, удастся ли мне вступить на лед. Самое главное, я зашел сегодня на лед, а рыбалок в нашем в этом году еще будет всяких. И ловистых, и без рыбы. Начался зимний сезон, и это радует. Завтра будем уже планировать какие-то рыбалки на более интересные места, когда мы поедем подальше. Сегодня позвоню еще друзьям, узнаю, что к чему, где и что есть там, вот то, где был. От этого будем отталкиваться. Ну, в принципе, у меня желание съездить на круглое озеро. Если что, далеко, но там рыба водится. Можно взять удочку и прокатиться оттуда. Можно даже несколько флажков с собой перехватить, мало ли что на живца поставить. Но планы строить не будем пока никакие. Сегодня к вечеру решу. Ну и естественно, если поеду туда, то выпуск «Болен рыбалкой», обещаю. Пусть даже если ничего не поймаю.
Спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Юрий Гитерин. Всем пока. До скорых встреч.